конце прошлого года во время главного утренника республики была придумана необычная акция «Цепочка дружбы». Ну вот, последнее звено добавлено. Пора подводить итоги. 305 метров цветной гирлянды и 6 тысяч различных желаний. Это результат уфимской акции «Новогодняя цепочка дружбы». Самые заветные желания ребят, зрителей, главные новогодние сказки собраны здесь. На помощь пришли ребята, которые занимаются в творческих коллективах в государственном концертном зале «Башкортостан». Как вы готовились к этому флешмобу? У нас уже задача была, чтобы мы вынесли эту цепочку, и мы потом танцевали так. Чем полезна эта акция? Тем, что ребята, которым попались людьми, у них желание исполнится, которые всегда мечтали об этом. Кстати, некоторым желаниям суждено сбыться в ближайшее время, а конкретно трем. Мечта Софии Хазигалеевой из школы номер 47 Уфы спеть на сцене государственного концертного зала «Башкортостан» вместе с Оскаром Андразаковым или Вильданом Ярулиным. Воспитанник школы высшего спортивного мастерства Батырхан хочет посмотреть матч хоккейного клуба «Салават Юлаев» с вип-ложей. А Елена Казанцева из уфимской гимназии номер 39 хочет побывать в кабинете руководителя региона. Интересно, а как дела с желаниями обстоят у взрослых? Вот вы сейчас взрослая, а вот когда вы были маленькой, вы загадывали желания? Конечно, загадывала. Они исполнялись. Конечно, может быть, не все, которые я загадывала, но сейчас я понимаю, что все, которые исполнились, они были самыми нужными, самыми важными, самыми значимыми в моей жизни. Какие желания исполнились? Знаешь, у меня была мечта такая, чтобы учиться и получить профессию доктора. Была такая мечта. Я ее исполнила, осуществила, стала доктором. Потом у меня была такая мечта получить образование в Москве. Я его получила. Ну, какие-то такие были мечты, может быть, немножко такие приземленные, но я их всех достигла, то, чего хотела. Было еще очень-очень много всех. Я вам тоже желаю еще больше удачи и много очень хорошего. Спасибо, я тебе тоже желаю всего самого наилучшего и поздравляю тебя с Новым годом. Такой необычный бумажный флешмоб в Уфе проходит впервые. Его фишка не только в исполнении желаний, но и укреплении единства российской нации и развития культуры народов республики. Пожелания были написаны на разных языках. Такой флешмоб проводится впервые. Дети со всей республики собираются вместе, чтобы приклеить самую большую гирлянду. А сама гирлянда в длину равна 300 метрам. Вот этот масштаб. Роман Геднер, Руслан Бикбаев. Специально для Грановостей.